залез на голубятни сегодня, посмотрели, что тут есть. 14 мая. Тут не посчитаешь, сколько их тут. Вот, вот этот голубок прилетел откуда-то, он живет у меня уже больше месяца. Тоже непонятно откуда. Ну, тут с молодежью. И вот тоже прилетел какой-то один серенький. Но это видно, что пятнышки у него такие. Тоже породистые. Ну, остальные еще тут я им даю. Вот два ведра с пшеницей. Вот. И три тазика еще вот один. Так все разбросали. Пшеница это на земле лежит, усыпана. Как бы не Игорь Барабащев было. А вот сидит одна голубка. Парит. Под ней видно вон есть. Но. Я им кинул. А вот тут что у меня сидят? А вот сидят два. А ну-ка давайте отсюда посмотрим, кто вы такие. Ну-ка посмотрим. О! Вот они какие. Ножки грязные, надо почистить потом будет, а? А вот это с хохолком там второй. Ну-ка второй. Потихоньку. Нет, тоже без хохолка. Ну ладно, такие тут разные породы. Вот они сидят. Ну, ну а тут что, парят, теплые, да? Тепленькие. Так, дальше будем их проверить. А вот это вот одно яйцо. Непонятно, что замороженное или что. Это гнездо, гнездо. Вот сидит что-то. Что тут? А, сидит у меня там одно яйцо. А этот два голубенка под ней. Довольно-таки уже оперяться начали, да, носик. Ну-ка, давайте. Еще что? О-о-о-о! Слепышка два. Глазки-то чуть-чуть открылись, чтобы пузыряться. Ну и вот. О, тут внизу еще. Еще сидят два. Так сколько у меня их тут новых-то будет? Ой-ой-ой. Ну-ка, давайте. А вот это черненькие. Они у меня помогают, эти гоняют, и вертляшка ушла. Дикарей приучил здесь, они тут и живут у меня, никуда не улетают. Вот, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, то я посчитаю тут. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 20. А вот это красенький лоб. Это со мной зиму прожил. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, так примерно 20. Ну и взрослые тут сидят еще. Вот это вот одна сидит, взрослая. 21. И вот сидит тоже на гнездышке. 22. Сейчас я им маленечко кину семечек, чтобы они слетели, показать, как они слетают. Гули, 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 гули. Вот я им кидаю семечки. Вот они все, вот они. 22. Ну, может, на улице там еще есть. Ну, вот я тут пришел железом обшить. Ой, слетели. Ну, а тут рядом со мной сидят, ой. Ногам подошли, плотнули. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ну, там, валенка тут приходит. Это рядом тазик. Тазик вот рядом, я рукой протягиваю. Вот это. Он. А, оказался самец, пёстренький, голубь. Видишь как, найдет себе подружку тут. У меня хорошие голуби. Вот. И все время они дерутся, все время. За пищу, за место. Ну-ка. Что такое? Яйцо. Вот оно. Надо выходить, они уже садятся, не боятся, что застынет.